Інтелектуальний турнір присвячений году історичної пам'яті. Патріотична акція «Молодь пам'ятає». Відкритий діалог з представниками влади під назвою «БРСМ 20 годів разом», творчі і спортивні конкурси. Обласний турзльот проходить на Гродінщині. Масштабне тематичне мероприємство у Островецькому районі зібрало молодих активістів з різних кутків Приньоманського краю. Ірина Юшкевич, подробязній. Ірлінський район! Район. 17 команд з'їхалися у мальовниче урочище для вёски Тартак. Тут молодих людей чекає трьохдённая программа. Спаборництвы у интеллектуальных, творчих и спортивных конкурсах. Что тычется опошнего складальника, активисты спрачаются за звание лепших у туристичном волейболе, у зняти гиры, дарте, перетягивание каната, перодолені полосы перешкод, а так само заплыве на байдарках. На интеллектуальном турнире хлопцы и девчата демонструют свои виды, истории и культуры родного краю. А кроме того, по инициативе удельников взлету прошла патриотичная акция «Молодь памятая». У ее рамках отбылось ускладание кветок до братской могилы у агрогородку Ворона. Можно сказать, что вся наша страна – это, наверное, один такой большой музей Великой Отечественной войны, потому что война, к сожалению, не пошла стороной ни один уголок нашей земли, ни один город, ни один поселок. И в каждой маленькой деревушке белорусской земли есть памятные места, есть места захоронений, есть памятники жертвам Великой Отечественной войны. Конечно, как и на Островецкой земле, так и на Щучинской земле мы чтим память тех погибших героев, благодаря которым сегодня мы можем жить счастливо под мирным небом над головой. Як заплановано, самым чекаемым пунктом программы станет открытый диалог, присвеченный 20-годию самого массового громадского объединения молодых белорусов. Встреча с представниками улады пройдет у формате без гальштуков. И ее рамки предоставят активистам выдатную возможность огучить свои идеи и пропановы для реализации, а так само задать питание и отримать конструктивные отказы. Диалоговые площадки действительно имеют очень хороший такой эффект, потому что молодежь может высказываться, высказывать свои предложения, идеи. Так, к примеру, когда готовились к проведению республиканского референдума, у нас прошло более 300 открытых таких диалогов, диалоговых площадок, где приняло участие более 7 тысяч молодежи. Сама молодежь заботится о своем будущем и готова обсуждать и предлагать свои идеи. Также сегодня мы собираемся в преддверии нашего 20-летия организации, и мы обсуждаем, как дальше развиваться, что интересного, что волнует молодежь. И, конечно, все, что, какие предложения мы услышим, конечно, это ложится в наше дальнейшее развитие. Мы рады видеть друзей, коллег. И всем, конечно, хочется пожелать этой победы. Все ждут этого. Ну, а самое главное, наверное, просто отдохнуть, познакомиться с теми людьми, которых не знаем, найти хороших друзей. Ну и как союз молодежи мы всегда должны быть вместе, едины, потому что будущее Родины строить молодым. По словах організатору, одна з головних мет подобних туристичних зльотів – притягнення молоді до здорового ладу життя, заняття фізичною культурою і спортом. А ще традиційна зустріча під відкритим небом – це пляцовка для обміну опытом, нових знайомств і єднання білоруської молоді. На такий винік націлений і зльот у Островецькому районі.